а ты что камеру здесь оставил? А ты всегда с микрофоном ходишь? Йоу, всем привет! С вами вновь Орех и Эл. И большинство из вас играет в такой или похожие коробки, где нет аутов, а зачастую и угловых. Так вот, сегодня мы покажем несколько эффектных трюков, с помощью которых вы сможете обойти своего соперника как от борта или от стенки. Погнали! Так, парни, сегодня у меня новые тапочки. Первое впечатление — очень легкие, прямо очень. Ну и, конечно, любимая подошва Boost. Посмотрим, на что они способны. Пишите в комментариях, как играете у себя во дворе вы, с аутами, без аутов или только с угловыми, и подписывайтесь на наши ресурсы по ссылкам в описании.